сегодня, ну, вышли, я бы не сказал, что с другим настроем, ну, просто сегодня в 1000 раз больше была самоотдача, все как-то бились друг за друга, был единый коллектив. Ну и вот, забили свои моменты, это главное, я считаю, в плей-офф, и выиграли игру, ну, с таким большим счетом. Может быть, это было волнение, я не знаю, честно говоря, ну, надо реализовывать моменты. Без голов не будет побед, как выигрывать, если ты не забиваешь. Да настрой всегда один только на победу, боевой настрой, другого настроя быть не может. Конечно, едем туда забирать две игры, ну, вообще это как бы не обсуждается. Да, ну, конечно, приятно играть, когда хоть сколько-то человек присутствует на игре. Ради кого-то же все-таки играешь. Друзья, приходите на игры «Намада», будет очень интересно. Самый разгар сезона. Спасибо.